На занятиях ребята будут изучать язык программирования Python, один из самых востребованных инструментов в мире технологий. Программа обучения рассчитана на 1,5 часа дважды в неделю. В ходе занятий школьники освоят ключевые понятия, научатся работать с основными конструкциями и библиотеками языка. В этом году мы в кооперации с Яндекс.Лицеем открыли курс школы программирования Яндекс по программированию Python. Там у нас квалифицировался наш учитель Бахытжан Жолдыбай Шераулы как Яндекс-тренер. И мы в этом году набрали 20 человек, которые обучаются программированию Python с низов, получается, с базовых вещей. Надеемся, что это является базой, основой для того, чтобы в Шымкенте появились очень много хороших будущих программистов. Обучение в школе программирования бесплатное, а набор участников осуществлялся по результатам вступительных испытаний. В этом году из множества кандидатов в школу поступили 20 учеников. Школа программирования Яндекс берет свое начало с 2017 года. Тогда школы открылись на базе школ в Алматы и в Астане. Затем подключились школы в Петропавловске, Костанае, в Талдыкургане. И в этом году мы рады открывать школу в Шымкенте. Для Аиды Колкобаевой обучение в школе программирования – шаг на пути к большой мечте. Я решила, что это хороший шанс для меня, чтобы открыть новые возможности, чтобы научиться программировать лучше на языке Python, ведь я до этого умела только на C++ и только начинала Java. В будущем я хотела бы выбрать сферу IT и считаю, что это даст мне большой толчок к большему открытию дверей в будущем. Проект «Школа программирования» осуществляется при поддержке Яндекс.Гоу и направлен на развитие навыков программирования у молодежи. «Школа программирования» от Яндекс.Казахстан – это ваш первый шаг в мир технологий.